Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с Юрой приехали на Рейн, город Дюссельдорф. Это выход из порта, соединяется с Рейном. Нужно иметь карту специально портовую, чтобы здесь ловить. Если же вы будете кидать влево, то здесь уже достаточно рейновской карты. Попытаемся сейчас что-нибудь поймать. Юра говорит, программа показывает, будет клёв окуня. Пытаемся. Не поймаем там наши друзья. Саша и Виталий, они в порту сидят там на белую рыбу. Да, присоединимся к ним. Сейчас собираем снасти и попытаемся что-нибудь изловить. Ловить я сегодня буду на спиннинг Матаги ТР-76 Супер Шоре РЛ. Значит, он тест от 3 до 10 грамм. Я его скомпоновал с катушечкой Дайва Ловия с 2500. Здесь у меня 0,4 нанофил стоит и 0,13 флюрик. Попробую сейчас ловить на чебурашечку 5 грамма. Джавасика такого поставил небольшого. Попробуем. Хотя Юра говорит, у него он 10 несет. Сейчас будем пробовать. Может, придется более тяжелые веса ставить. Шикарное место. Уже сделано раз десяток забросов. Пока ни одной поклевки. Когда вот очень холодная весна в этом году дает о себе знать. Рыба пассивна. И трудно еще и найти ее, где она. Казалось бы, выход из порта, такое место, где всегда должна быть рыба. Ну, пока вот полная тишина. В любом случае прикольно покидать микроджиг, давно я не кидал уже его. Подождем немного, может чуть попозже все-таки рыбка расшевелится. Ну, ребята, здесь поклевок нет, решили к друзьям переехать. Они говорят, вроде там плотвичка поклевывает у них в Хафане. Попробуем там что-нибудь поймать. Переехал я на новое место, где ребят сидят. И вот Дима подтянулся, так что мы сейчас в большой компании, но соблюдая необходимую дистанцию, будем ловить рыбу. Друзья, сейчас переехал к ребятам, они там ловят на поплавок. Я тоже взял поплавчанку, но про эту удочку надо рассказать. Видите, Apica Fish. До 15 грамм, 7 метров. Этой удочки, я затрудняюсь сказать, я купил где-то в середине 90-х. На ВДНХ, на выставке. Я даже не знаю, сколько лет я вообще на него уже не ловил. Но вот такая вот антикварная, скажем так, удочка. Тяжеленная, удержать ее реально тяжело. Не знаю, сколько она весит, взвесить будет. Это бы удочку я покупал для Болонской, для ловли в проводку с поплавком. Посмотрим. Я сейчас поставил катушечка. Протушка, правда, конечно, уже здесь, в Германии куплен. Он тоже лет 15 назад уже. Тысячная от Шимано. Небольшая катушка. У меня еще с тех времен намотан флюрик должен быть. 0,17, насколько я помню, уж я с этой катушечкой выезжал на рынке тогда. И вот взял тут поплавочек. Сейчас что-то соображу. Где-то у меня крючки там какие-то есть. У ребят вроде опарыш есть. Ну и попытаюсь что-нибудь поймать. На поплавок давненько я уже не ловил. Реально давно. Так, рассказывай, что у тебя? Всем привет. Подожди. Всем привет. Поймал вот только что на донку красноперку и на поплавок несколько уклеек. Ну вообще суперски. У вас хоть что-то там вообще глухо. Глухо, да? Да, там ни одной поклевочки. Да, Юра, кидали мы там, она нас там проигнорировала. Саша, у тебя как? Еще и кончик сломал. Да ты че? Вот блин. Угу. У тебя как, есть поимки? У меня тоже одна красноперка и 5 уклеек.
Красавцы. От Краснопер... нуля ушел. Да, самое главное от нуля уйти. Чего я тоже поплавчанку собрался, тоже попробую с вами ловить. Сейчас замешаю немножко прикормки, то что было, фидерная, правда, прикормка, ну неважно, хоть какую-то. Возьму, что-то замешаю. Надо с чем-то рыбу поблагодарить за то, что она должна у нас клюнуть. Прикормку замешал прямо в пакете. Сейчас всю кукурузу шандарахну сюда. И все. Начнем ловить. Сейчас с этим коронавирусом не купишь опарыш, но ребят вроде есть. Ну, если что, у меня и искусственных тоже хватает. Различных приманок обязательно попробую. Мусор, друзья, с собой. Забирайте, вот я весь все, что есть, забираю с собой. Чтобы не засорять природу. Ну, сейчас вымерю глубину и начну ловить. Так, пока я корячусь со своей поплавчанкой, пытаюсь собрать. Саша уже первую поймал. Ну, по крайней мере, при мне первую. Красавчик, супер, поздравляю. Стрельнул у ребят пару опарышей. Ну, попробуем сейчас. Ой, забросить как-нибудь это все. С полуразобранной удочкой. Шикарно. Нет смысла вас утомлять. Что-то клюнет. Включу камеру. Ну, Саша, местный абориген. Мы приехали по его приглашению. Вот, пожалуйста. Настоящая рейнская уклейка. Супер. Жирная и вкусная, да, Санька? Отлично вообще. Все, а сейчас фотку заделаем. Так, с ним ловить мне некогда. Бегаю. Виталя поймал огромного бычка. Да, прям вообще. Так что просто все уже обрыбились. Один я ничего поймать не могу. Молодцы, поздравляю. Сбегал сейчас в машину, взял от саламандры таких червячков искусственных. Добавлю сейчас на крючочек, посмотрим, как красный. Это. А? Красный. Да, как мотыль, видишь? Угу. Сейчас добавим. Посмотрим. Может, что-то и даст. Ну, где на карася ловят на Украине? Я ловил. Я кстати, ловил. Тоже здесь на него уже. Так что а надо. Есть тут они такие? Нет, это Валера мне просто присылал. Я ловил тоже посередине, ставлю мадана кусочек и брала. Сейчас оторвем. Раньше что-то красное было. Сначала одно отделение оторву, там посмотрим. Сейчас запретили. Доплакался я, вот и меня клюнула плотва. Да, как Дима говорит, да, на нытье, плотвичка, вот она. Ядрен батон. Я уже забыл, когда ловил такую рыбу белую. Красота. Ну. Красота. Теперь ты мне фотку делаешь. Парыши в дефиците, поэтому буду одевать наших червячков силиконовых. Смотрите, открыть, закрыть не могу. О, закрылась. Сейчас сюда пододенем. Блин, без очков еще не вижу нифига. Вот. Как-то нацепилась. Ну все, посмотрим. Ёлки-палки. Ты оставишь там немножко этих опарышей? Ну. Буду делать бутерброды. Сейчас с этим коронавирусом опарышей не купить. Магазины все позакрывались. В интернете там если заказ что-то 30 евро заказа принимают. А учитывая, как я на белую рыбу ухожу, то здесь у меня опарышей нету. Ну попробуем. Сейчас вот пока есть, половлю на смесь опарыша с этим.
мотылем искусственным. А потом попробую на искусственный. Искусственный тоже у меня есть опарыши. Поглядим. Начались поклевочки. Только камеру выключил. Подождем сейчас, посмотрим, как она там заживет, не заживет. Первый дал заживать, а желудка пришлось доставать. Крючок. Сейчас стараюсь подсекать немножко раньше. Сходят или пустые. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Че, Саша уходит, спасибо большое. Оставил мне опарышей своих, так что теперь какое-то время половим. Вот она, вторая, живцовая, живцовая. Мы на живца такую. Вот, вот. Сейчас это царский улов. И пролезла. Друзья, смотрите, какая огромная рыба клюнула. Уклеище просто. Просто уклеище. Так смотри, хорошая, слушай. Да, это хорошая красноперка, сейчас мы ее... Я как это не достану. Но подсак у меня очень даже. Опа, ребята, первая нормальная красноперка. Подержи, пожалуйста. С этими дубинами я уже справиться не могу. Был бы спиннинг. Не, я так говорю, она килограмм, наверное, эта удочка. Ребята, вот она, первая нормальная красноперочка. Да, да, я же тебе говорю, это антикварная удочка. Друзья, фильм заканчивать буду уже дома по одной простой причине – склероз. То батарейки забуду, в этот раз карточка села. Думаю, ну какие проблемы, карточка в кошельке, кошелек в кармане, залажу, кошелек оставил дома со всеми документами. И на машину, и паспорт, и все. Так что поймал я, буквально порыбачил пару часиков, поймал я 9 всего рыбок. Сейчас вам покажу результат своей рыбалки. Вот я уже... повесил их здесь, этих небольших плотвичек, и одну клеечку. 1000 лет уже не вялил рыбу. Заделаю вяленую рыбу. Ну и надеюсь, что будет все очень вкусно. Надеюсь, опять же, что следующий фильм уже и карточка будет на месте, и батарейки не забуду, и сниму полноценно все на рыбалке. Собираемся завтра на форель, вроде открылся тут Дортмунд один платник. Ну и попытаемся с друзьями что-нибудь поймать. Всего хорошего. До новых встреч. Пока, друзья.